Привет, друзья, меня зовут Владимир Соловьев. Сегодня у нас 1 июля. Мы сегодня снимаем клип, танцевальный клип, второй про черноголовку. И вот кратко, что вас ждет. Хочу, чтобы вы досмотрели до конца. Как сделать сухой лед? Значит, что это у нас? Взорвался термос. С чем это? Ты ну, такая, примерно, да? Ну, типа, или там... Попробуй, Настя. Настя, давай, давай, давай. Настя. Типа засмущалась, ой, нет, 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 нет. Только что отсняли. Подстригся, оделся, закатал штанины и буду участвовать сегодня в качестве актера. Место нашей съемки – центральная площадь города. Когда снимают кино, есть такая традиция написать на тарелке, расписаться на тарелке и потом ее разбить. Ребят, ну погнали. Ура! И типа на счастье. Типа мы все такие верим в удачу. Вот осколочки лежат. Анцующ. Клип Анцующ. На память. Я прям не решила. Куда идут тучи? Это вот это. Туда. Да, тогда долго. В этом видео я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как снимается клип. Вот, например, сейчас Роман, оператор, держит камеру на специальном штативе с электронным стабилизатором, который выравнивает картинку с уровнем горизонта. Стоп, идеально. А вот как проходит съемка и репетиция. Скажу пам-пам-пам, например. Да, мне кажется, даже хорошо. Мне кажется, даже сказать раз, два, три. Музыка не нужна, да? Не, музыка будет, но вам еще, чтобы помимо музыки... Да, это подсказочка нужна будет. Так, давайте пробовать. Так, приготовились. Ну, значит, да. Ну, значит, надо отъезжать. Значит, надо отъезжать чуть медленнее просто, мне кажется. Хорошо. Приготовились. Джентльмены, я вам подскажу по акценту, я вам скажу раз, два и три. И вы на раз, два, три дарите букет, букет, букет. Камера идет? Камера идет. Приготовились. Раз, два, три. Стоп. Слишком быстро, Ром, слишком быстро. Что случилось-то? Дождик. Да, посмотрим, где это. Вот сейчас вроде новое, да? Дадим тебе, дадим. Мне все понравилось. Да? Если да, что, да. Я не могу. Ну, можешь еще раз сделать? Сейчас. Мне кажется, Катя, сделай еще раз плей, пожалуйста. Лена, привет. Привет, Маша, тоже здесь? Да. Поскольку я работаю дизайнером, я часто обращаю внимание на буквы. Хотя я шрифты не разрабатываю, но я вполне хорошо в них ориентируюсь. Вот я никогда не могу пройти мимо каких-нибудь глупостей. Вот, например, смотрите. Джорджия. Ариальчик. Курьерчик. Таймс жирненький. Сейчас, секундочку. Мы уверены, заслуживает нашего, что любая города поддержки семья. Смешно здесь то, что верстка выполнена всеми возможными стандартными шрифтами, но они между собой не сочетаются. А текст сверстан с такими большими расстояниями между буквами, что они превращают строчки в столбики. А я же на самом деле иллюстратор еще. Вот тут футболки висят. Я нарисовал. Я не хвастаюсь, а констатирую. Это просто реальность. В цветах черноголовского логотипа. А это знак с сердечком черноголовки. И много футболочек с ним. Камера. А это Евграф, наш режиссер. Он наблюдает в специальный монитор то, что показывает камера, которую держит в руках Роман-оператор. Макс, это все ради тебя. Режиссер говорит про Максима. Снимаем мы сейчас вторые черноголовские танцы, но Максим принимал участие и в первых, в команде Марины Абрамовой. В том прошлогоднем клипе у него роль была второстепенная, а в этом главная. Ощущай это, ощущай, дорогой.
Фонограмма. Стоп. Да, отлично, отлично. Сразу дальше на букетике. Приготовились. Камера. Спасибо, стоп. Спасибо, спасибо. Вот, остановки. Это Рома, оператор. Только что Рома снял первый дубль, в котором я участвую. И Максим, который сейчас камеру. Это самый важный. Самый важный дубль. И вот мы готовимся к следующему дублю. Я снимаю, пока мы репетируем. Дело в том, что мы репетировали танец в закрытом помещении, а сейчас на улице нам надо встать, чтобы было красиво и ровно на широкой большой площади. Сейчас мы только что закончили снимать вторую сцену, в которой я участвую, и одна из самых больших сцен. У нас предстоит еще впереди третья сцена, в которой участвуют вообще все. Она будет, кстати, под памятником. Очень много эмоций. Мне особенно понравилось то, что когда мы репетировали, то, конечно, все такие на расслабоне, особенно я, конечно, на расслабоне всегда танцевал. А когда на чистовик все записывается, то сразу внутренний стержень появляется, и очень хочется хорошо выглядеть в кадре. Прям сразу идеально все делаешь. Ну, я, по крайней мере, ощущаю, что я сделал все прекрасно и превосходно. Конфетка. А как там уж получится, конечно, посмотрю потом. Только что взорвался термос. Чем это? Это азот или лед? Кстати, очень приятно и холодно. Конечно, очень холодно. Азот. Давай, давай, снимаем, пока я всю не пробью. Да. Ух, там как холодно. Там реально холодно. Все? А теперь немножко доступной среды. Перед нами черноголовский пандус и экспериментатор Максим с коляской. Попробуем скатить коляску. Внимание. Пандус настолько широкий, что колесами просто не войти в эту колею. Это просто нереально. Доступная среда. Как сделать сухой лед? Значит, что это у нас? Это у нас инновационная тряпочка. Инновационная тряпочка. И огнетушитель. Огнетушитель. Один аспирант. Один кандидат. Итак, поехали. Все. Так. Вот он, сухой лед. Ребята делают сухой лед для спецэффектов в нашем клипе. Все, давайте, всегда. Клип снимается не в том порядке, в котором будет смонтирован. Это зависит от того, кто сейчас присутствует, от того, какое освещение и какая погода. Кроме динамичной камеры, снимаем еще камеры со штатива, чтобы у нас были возможности для монтажа и возможности, чтобы скрыть какие-то дефекты. На штативе установлен телеобъектив, чтобы выхватывать портреты, а это Алексей заглянул. Дети... Только что отсняли. Ученые. Это было тяжело.
Ну, закончился свет, ушло солнце за облака. И съемка сегодня закончена. Режиссер рассказывает, что будет завтра. А это будет вечерняя съемка. А ты не слушаешь. А ты не слушаешь, что ты Было очень круто. Советую всем, всегда танцуйте. Не надо просто так заниматься спортом, надо танцевать, потому что это и красиво, и полезно. Что ты хочешь сказать? Ты танцуешь лучше всех. И это правда. Это сказал не я. А как же я? Вот попросит меня еще что-нибудь молодежное. Ну, то есть в 9 все приходим, одеваемся, гримируемся, все. В 10 попытаемся начать все это делать. Начинаем. Доброе утро. Сейчас уже 2 июня, воскресенье. Идет дождь, а я иду на досъемку клипа. Танцы мы сделали вчера. Сегодня мы будем всякие перебежечки, сценочки. В общем, всякое полезное и нарядное для кадра. А кадр-то изменился. Вокруг одни лужи. А что такое? А пойдем посмотрим, мальчик. А нету больше азота, да, все. Это мы отдельно договоримся, ребята, все нужны эффект. Мы это сделали. Да. Пропустите, пожалуйста. Так, пропустите, ученым. Дайте ученым. А можно стоп? Ладно. Смотрите сейчас, смотрите, садится. Нормально. Птицы такие летят, да. Смотрите, птицы в кадре шикарные тоже. Прям. Испугались вас, прилетели птицы. Все, отлично получилось. Класс. Да. Алина, звезда. А, спасибо. Ди, как он мне говорил, накрасить кого-то. Да, кстати, найдите его. Там надо зарядить тобой, кстати. Дальше иду, показываю точку. Да? Да. Ну, маленький, он на одного. Он так, ладно, значит, давай сейчас сделаем кафе. У нас надо только купить планы. В этот день часто начинался крупный дождь, и нам приходилось много ждать. Сам бы. Ой, ты господи! В общем, смотри, мы берем это 2 стола сейчас. Вот эти 2? Да, если хочешь, мы эти можем с девчонками типа выдвинуть вообще, например, пока что. Не-не, он пусть стоит, не мешает. Но он не лезет в кадр? Не знаю, да. Видишь? Так, слушай, а можем колонку вот эту убрать от кофейни? Можем. Сейчас буду участвовать в съемках, избивать капли, чтобы они попали в кадр. Где кадр? Вон там кадр. А мне нравится, когда снимают снимающего. А я люблю рекурсии. И постмодерн. Ну, наконец-то съемка почти закончена. Доснимаем последние сцены, которые на самом деле будут в начале клипа. Очень удачно, что идет дождь, потому что начальная сцена про грусть. Ну и, соответственно, дождик очень подходит к этому. Отлично получилось. А сейчас за мной ребята доснимают оставшиеся самые интересные кадры про начало, про всю завязку. Различные зумы, подводки.
переходы через линию, вся эта вот, все восьмерочки, вся эта кинематографическая штука, вся премудрость. Уважаем. Да, пульнулись. Все, стой, замри. Давай промерим здесь фокус. Не сильно довести. И вначале ты стоишь как бы там типа такой, как бы, да, то есть, ну, у тебя должна быть какая-то одна эмоция, это типа такое мужество, да, то есть, а второй ты можешь такой как бы, я и говорю, что вот, надо второй какой-то, чтобы ты как бы ей туда отправил, да, ага. Она, давайте это сделаем сейчас, друзья, иди сюда. Мы, вы как бы сейчас друг друга пуляете, как бы этот самый, типа эмоцию. Вы такой как бы, вот, ты такая, что-то ты должна ему ответить, и ты ей что-то должен ответить, и она тебе что-то ответит. После чего ты такой уже вот делаешь вот это. Два раза. Да, то есть у вас пум-пум-пум-пум. Надо что-то перекинуть друг другу, типа того, что типа давай. Ну, какой-то здесь типа диалог между вами происходит, одними глазами. Это индийское кино начинается. Я абсолютно себе. Встал, типа такой. Да? Ты такая. Примерно, да? Ну, типа, или там. Я попробую, Настя. Настя, давай. Типа засмущалась, ой, нет. Подожди, ты должен быть типа, нет, давай. Точно давай. Вот, а у тебя тогда ты как раз вот от этого, да, ты снова возвращаешься вот в свою вот эту вот. Вот в эту историю, mm-hmm. Ты такая, типа, ну ладно, ну давай. Поняла? Да? Приготовились. Стоп, спасибо. Пока у нас перерыв, я расскажу о том, что скоро произойдет в моей жизни интересного. Наконец-то мы выпускаем игру, первую мою игру. Выглядит вот так. Называется Vampire's Goal. Это логическая головоломка. Что надо делать? У нас есть лабиринт. И надо собрать все монетки. Уважаемые родители, которые смотрят нас сейчас, так, что-то мы будем снимать ваших маленьких детей. Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Обещаем. 20 вот. Шагов, но 26 шагов. Мы делаем все от нас зависящее, и спасибо за понимание. Если вы будете хлопать, то вы поддержите этим танцующих. Спасибо. Первый был ознакомительный. Вот, например, от них надо убежать. Дело в том, что мой герой умеет ходить только вверх, вниз, влево, вправо. А вампиры, вот обратите внимание, умеют ходить по диагонали. Сейчас, и с каждым шагом он меня скажет. Догоняет. Но этот уровень я вас смогу пройти. А, Денис и Леша и... А вот головка посложнее. Так, что здесь? Так, ребята, давайте запереть. Сюда. Кстати, вампира можно превратить в алмаз. Опа! Так, ко мне пора выйти из кадра, тут начинаем. Давайте еще продвигаться. Так, я переместился. Надеюсь, вам понравится игра. Если вы любите логические головоломки, я думаю, к тому времени, как выйдет этот ролик, я уже опубликую эту игру. И вы сможете ее скачать. И, думаю, добавлю ссылку в описании внизу. Посмотрите, пожалуйста, под роликом. Буду рад, если вам понравится. Это готовится сцена со скейтами, гироскутерами, роллерами. А вот это Анастасия Михайловна, наш хореограф. Мы в последний момент ее уговорили встать в кадр. Анастасия Михайловна единственный человек, кто мог указывать режиссеру Евграфу Сорокину, что нужно делать. Клип, который мы сняли, появился благодаря усилию множества людей. Но только благодаря одному человеку он стал возможен в принципе. Дело в том, что Анастасия Михайловна поставила абсолютно все танцы. Она занималась с нами ежедневно на протяжении 2 недель. И если каждый из нас ходил на занятия раз в 2-3 дня, то Анастасия Михайловна приходила проводить занятия каждый день, чтобы научить нас, совершенно неподготовленных, малотанцующих людей, новому танцу за очень короткий промежуток времени. Придумала хореографию и все наши движения, чтобы передать сюжет.
сумела воедино собрать композицию, чтобы было интересно выступать и опытным танцорам, и абсолютным новичкам. 2 недели! Всего 2 недели! Тут есть чем гордиться. Поэтому я был очень удивлен, когда обнаружил, что она в кадрах участвовать не будет. Понятно, что на такого опытного человека в клипе пришлось бы сделать акцент. И очень хорошо, что к съемкам последнего кадра мы догадались поставить ее на самокат. Надеюсь, что этот дубль войдет в финальный монтаж. Ну вот и все. Наконец-то мы все сняли. Это было 2 интересных дня. Съемочный процесс – завораживающая штука. Натанцевались. Осталось дождаться, когда все смонтируют. До скорых встреч! Отличный кадр получился на видео! Буду рад, если поставите лайк. Или подпишитесь. Или вот видос. Смотрите видео и подпишитесь.